Друзья, всем привет! Тут такое неожиданное видео для меня, для вас. Ну, думаю, да, сниму. Все-таки проблема. Личная проблема домашняя. Погреб, наш погреб. Сейчас вы увидите, что там творится. Хотя, я думаю, многим оно не надо. Но, тем не менее, сейчас вы это все увидите. Сейчас мы это включим свет. Туда залезем. Ой! Так. Как бы так не свалиться. Опасная лестница. Опа, опа. Кто уже догадался? Кто уже догадался, тот молодец. В общем, вот такая вот красота. Тут с полметра воды. С полметра воды. Холодная вода. Хотел сказать родниковая, но говорить этого не буду. Это у нас насосная станция. Бочка на 500 литров и сам насос. И как видите, я построил тумбу. Я ее уже и поднимал. И почти мотор в воде. Сейчас мы это все дело будем выкачивать. В общем, как с этим бороться, я не знаю. Получается, когда снега тают или когда много дождей идет, вот так вот у нас погреб наполняется водой. Выше этой тумбы кирпичной еще вода не поднималась. Но как бы опасно все, да, мотор может утонуть, и все, и приехали. Думаю зацементировать, но я как бы сомневаюсь, что это поможет, и вода все равно будет просачиваться через стены, через, не знаю, через микротрещины, и дольше будет уходить. Ну, с тем, что уходить, у нас есть вот такой прекрасный вариант. Бутылечек, тебя надо куда-то в сторонку. Вот такая вот. Агрегат, аппарат, как бы так. Тут, видите, закаток полно. Там все полды-полды в закатках. Моя жена любительница этим заниматься. Тут я как бы такой небольшой еще приямок сделал. И мы вот этот аппарат опускаем. Опускаем. Вот все ниже, ниже. Опа. Вроде опустили. Вроде. Ну, в общем, где-то там, глубоко под водой, вода ледяная. Ну и все дело, сейчас будем это выкачивать подчистую. Хороший, кстати, этот мотор, насос, качает, видите, какой диаметр трубы огромнейший. Я, ну, не знаю, минут 10, наверное, может быть, и того меньше, вот этот весь объем воды будет уходить. Ну, сейчас все это дело покажем. В общем, врубаем. Ой-ой-ой. Ну и вроде вода пошла. Сейчас выйдем на улицу. Посмотрите, как оно шурует в канализацию. Ну, засечем время. Сейчас у нас ровно 45 минут второго. Посмотрим, за сколько оно у нас выкачается. Это беда вся. Погреб сырой до ужаса. Слышите, да, как оно шпарит? Вот так и так. Эть. Казалось, надо бы оно вам, да? Но я решил чуть-чуть поделиться своей бедой. Сейчас выкачаем. Ну, за полдня даже, того меньше, она снова наберется. С этим бороться сложно. Кстати, как видите, мы в футболочке. Сегодня красота. Весна. Птицы поют вовсю. В общем, красота. Любопытно ворвали, нос оторвали. Заглядывать в погреб. Заглядываешь в погреб, да? Вернешь еще туда, доставая тебя. Ну и пока ждем. Ждем. Думаем и ждем. Вчера мы с вами неплохо погуляли по жилому массиву Ханжонкова, города Макеевка. Сегодня будет полноценное видео. Ну, данное видео, которое я сейчас записываю, скорее всего, будет завтра. Вот. В следующий раз, на следующие выходные, быть может, в понедельник.
понедельник, что скорее всего, у нас будет или бурос, или холодная балка. То есть пока я думаю, какой поселок будет первый, какой будет второй. В любом случае мы побываем и там, и там. Но какой будет из них первый, это еще я пока не знаю. Потихонечку, потихонечку вода уходит. Уже он видно даже по кирпичной кладке, где мотор. Сантиметров 15-20 уже воды ушло. Ну и вот так она уйдет полностью. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Ты такой наглый. Ты такой наглый рыжий кот. Да? Что вот это вот висит у тебя кусок шерсти, а? Понимаете, вот голые головы закончились, надо размораживать. А мы больше ничего есть не хотим, кроме голов. Даже корм. В чем дело, бублик? Тебе надо немножко отдохнуть от курятины. Кстати, пользуясь моментом, могу еще раз напомнить, что если у вас есть желание, чтобы я снял конкретно какой-то дом по городу Матеевка, улицу, или, быть может, все вместе целый поселок, то пишите мне в личку. Контакты я всегда оставляю под любым видео. Пишите, я отвечу обязательно. Вот. Быть может, вы что-то хотите кому-то подарить от себя. Я лично эту услугу могу тоже исполнить. Вот. Ну, это так, между прочим. Ну, как бы, вот-вот-вот. Вот-вот-вот, последние литры, последние граммы этой воды гадостной, которая весь погреб нам портит. Так, сейчас будем выключать. Видите, уже идет подсос воздуха. Наверное, все. Ну, то, что в трубе, вот, он немножко сбегает обратно. Поднимаем на полочку. Тяжеленький. Ну, в общем, как-то так. Показал вам немножко житейские будни проблемные. Так, все, на этом прощаюсь. Это так, между прочим, снял чуть-чуть что-то такого домашнего. Вот, но в основном мой канал вы знаете. Он обзорный, обзор города Матеевка. Все, всем пока. Я полез.